Привет, зритель. Давненько я на камеру ничего не писала. Сейчас у нас будет обзор моего ухода на октябрь. Мне примерно почти все то же самое остается, но что-то тут обновилось. В общем, пена для ванн у меня переходит на октябрь. Это подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Это Avon «Роскошные цветы. Пена для ванн». Очень вкусно пахнет. Я ее, правда, как пену для ванн, по-моему, еще не пользовала. Один раз ее использовала как гель для душа. Мне что-то так вот, ну, очень захотелось. Вот она. Вообще, на самом деле, у меня справа по борту тумбочка. Я тут сижу спиной кровати. И как бы это все видно, было бы. Но что-то мы не сообразили со штативом так, чтобы было видно и меня лицо, и это то, что слева. Поэтому я буду доставать как бы из ниоткуда и показывать вот здесь. В общем, вот пена для ванн. Вообще, мне нравится пена для ванн вот в таких флакончиках. И если вы любите пены для ванн, точнее ванны с пеной, то вот я советую вам такие пены для ванн. Зубная паста у меня переходит на октябрь. Возможно, в октябре будет в пустых баночках, возможно, нет. Я немножко добавляла в контейнер отсюда, убирала в деревню. Когда ездила вот на 9 дней, у меня, потому что там был Оптан для зубов. Ну, как бы Оптан, я им чистила зубы, но он закончился. Как бы я могла бы Оптан добавить, но вот что-то я зубной пастой решила воспользоваться. И здесь я, соответственно, пользовалась пастой. И вот прополис – это корейская зубная паста. Тут с маточным молочком и прополисом. Хорошая, экономичная. Ну, она как бы откручивается. Предыдущие две корейские зубные пасты у меня крышечка снималась. Несколько иной консистенции. Мне кажется, что относительно тех она не очень экономичная. Но все равно тоже экономичная. Довольно надолго хватает этого флакончика. В общем, на октябрь она у меня тоже переходит. Чуть такое. А, Green Mama, крем эксфолиант 2 в 1 для лица. Кажется, я им почти не пользовалась. Ну, в принципе, в августе я почти весь август торчала в деревне. В сентябре я как бы не весь сентябрь торчала в деревне. Сентябрь еще не закончился. Я даже хотела завтра уехать в деревню. Но так получается, что не получается уехать. И как бы холодно, если будет хорошая погода, то может на следующей неделе даже уже с практически готовой крышей я туда свалю. А если не будет, так ну не будет. И в общем, как бы я про него забыла, хотя он лежит на видном месте на полочке в ванной, но я постараюсь им попользоваться. Это в каком-то плане новинка от Green Mama, но ей уже, наверное, года два. Из подобной вот дизайне есть там у них какие-то патчи для лица, я их не пробовала, покупала вот только вот этот крем эксфолиант. Причем что-то долго до него зрело, он хороший. Его можно как гамаш использовать, можно как маску, ну, смываемую. Можно как то и другое. У меня эта баночка переходит на октябрь. Это Botanic Secrets Aloe Vera, Россия делает. 95% увлажняющий гель для лица и тела. Увлажнение и регенерация, гладкость кожи. 95% алоэ вера в составе. Содержит алоэ вера. Интересный по консистенции. Он, конечно, тоже такой гелевый. Я им пользовалась им исключительно как, по большей части, как вместо тоника для лица. И вот вместо тоника для лица он у меня бот. Ну, так еще руки иногда мазала. Ноги, как бы, люди знают. Кто не знает, загуглите. Или гляньте мои какие-нибудь предыдущие эти ролики уходово на месяц. Они, по-моему, только с этого года стали идти, причем с пинка такого волшебного подписчицы Лёли, за что и, в принципе, спасибо, разнообразие канала. Универсальное средство, но вот я лично сейчас его использую исключительно как, по большей части, как тоник, лосьон, молочко, что угодно, для протирания кожи лица утром, вечером, в течение дня. В принципе, похожая консистенция, цвет немножко иной, запах более травянистый, но он отличается от корейских, конечно, не по качеству, ну, не в худшую, не в лучшую сторону, но отличается. Вот если вы пользовались каким-нибудь от La Ferma, допустим, вот у меня был Aloe Vera, Foodaholic, подарок от подписчицы Ани, потом Холика-Холика был, еще какой-то я покупала корейский, вот давно еще даже, еще до Ютуба, они, ну, чуть-чуть отличаются. Они между собой как-то похожи, а этот как-то немножко отличается, может, по цвету, может, еще как-то, ну, может, более он мягкий какой-то. Немножко неожиданный такой вот был для меня в открытии, но он мне понравился. В общем, мне на октябрь переходит. Шампунь Green Mama, формула тайги от перхоти. Перхоти у меня давно нет, я его использую чисто как вот для всех, он подходит всем для всех типов волос. У меня волосы жирные, тонкие,
И, в принципе, мне он нравится исключительно изначально из-за запаха, но и по тому, как он живет с волосами, хотя сегодня я мыла несколько иным средством голову. В общем, шампунь от Перхоти и Грин Мама, формула тайги, лесная вишня или пеник. Лечебный шампунь очень хороший, экономичный. Я его разбавляю сейчас где-то там 1 к 10, 1 к 3, как-то так в отдельный флакон отливаю и добавляю воды. Хороший шампунь, мне нравится. Вообще, один из моих любимых шампуней от Грин Мамы. Я знаю, что кому-то подходит косметика Грин Мамы, кому-то не вся подходит. Кому-то приходят даже не совсем в кондиции вещи, продукты оттуда. В общем, я думала, что оно у меня за сентябрь закончится, но нифига. Хоть я им то пользуюсь, то не пользуюсь. Пару раз даже руки мыла, потому что быстрее надо было. Как-то так вот. И Фраше, это у нас гидровежиталь. Я когда-то делала заказ в Фраше и выбирала в подарок. Он долго-долго жил. И вот у него срок до октября 2021 года, и в этом году я решила, что надо бы его уже начать пользоваться. Гидровежитали, очищающий гель, интенсивное увлажнение, 125 мл, не стягивает кожу, хорошо, можно сказать, наверное, увлажняет, раз не стягивает кожу, не экономичный из-за того, что большая дырочка, вытекает много. Если вы пользовались корейскими или японскими пенками для умывания, то понимаете, о чем я, там более маленькая штучка, ее как бы надолго хватает. В принципе, его тоже надолго хватает, если вы про него забываете. Помады с губ смывает. Я не знаю, какие там, может, суперстойкие. У меня, по-моему, таких нет сейчас суперустойчивых помад к смыванию, но всякие такие другие он вполне себе смывает нормально. У меня сейчас на губах этот кремовая оранжевая помада от NYX. Спасибо бывшему подписчику Владу. И я думаю потом этим пенкой перед садом ее смыть. У меня тут два бальзамчика для губ получается. Один я брала в деревню, другой у меня почти заканчивается. Я решила, что один у меня как бы, ну, куда-то на выход, тут же сад пошел. Ощущаете, что губы сухие, надо их намазать. Это мое солнышко, бальзам защитный солнце. Вот такой вот. Я его в деревне пользовала иногда. Классный очень бальзам. Это спасибо зрителю Сергею или Максиму, точно не помню. У него то одно имя было, то другое. Вот самая стоящая вещь из всего подарка. Спасибо, человек. Угодил. Так, и у меня другой бальзамчик, который все никак не закончится. Был он такой странненький. Это странненькая обломилась, а потом вот он опять затачивается как-то интересно. Это у нас и Фраше, Pom Rouge, Red Apple, Красное Яблоко. Это лимитка, хрен знает какого года, новогодняя. И вот тут столько осталось. Мне очень нравятся и фрашевские бальзамы. Если вы вдруг смотрите меня и думаете, блин, Лёля, ты такая супер классная, столько времени тратишь на ролики и выполняешь наши всякие запросы и тому подобное, а не подарит ли мне тебе такой бальзам для губ? В общем, мне очень нравятся бальзамы для губ и фраше, которые вот чисто вот в подобных флакончиках. У меня был как-то из карите, из вишенка. Вишенка, по-моему, там, ну, какой-то цвет давала, вот. Просто прозрачная, скорее, это вообще классно. В общем, вот в таком флакончике, формате не обязательно именно в таком флакончике, мне кажется, таких уже и не продают. У него там срок годности где-то напечатан был. О, до августа 2021 года. Надеюсь, он закончится до августа 2021 года. В общем, мне они очень нравятся. Это вам как бы намек на то, что если вдруг что, то... А почему бы нет? Масло какао никак не закончится. Косметическое масло какао от Мирола. Упругость и тонус наружная 25 мл. Опять скажу, в каждом ролике, наверное, говорю, если у вас вот здесь вот появляются морщинки. У меня такое бывает, когда я поздно лягу, рано встану, дофига уставшая, мало спала, и несколько дней так подряд у меня что-то такое появляется. Потом стоит вовремя лечь спать, выспаться, и все прошло. А если у вас не проходит от такого, как вот у меня, то... По капельке. Ну, в руках его согреете, он, по-моему, я забыла, какая температура у него, там 26, что ли, градусов температура плавления. Короче, температура плавления у него ниже, чем человеческая температура тела, ниже, чем даже моя классическая. И вот недавно у меня такая стала классическая 34,7. В четвертый раз в жизни 34 у меня температура, ну вот внезапно я в ней нормально живу. Короче, если у вас температура, как у меня, или как у остальных людей, хотела сказать, как у людей, в руках подержите, главное, чтобы руки теплые были, вот у меня сейчас холодное, оно согреется, и по капельке на пальчик, вот сюда, и по хлопающему движению с вечера, 7 дней в неделю, 7 дней в неделю, сделайте 7 дней подряд, неделю, через неделю удивитесь.
Очень классное масло, короче. Я им иногда руки смазываю, когда вот, ну, до крема руки до крема не дошли, а рядом стоит масло. Ближе, да, тронуться. Втираю в ноготочки. Вообще универсальное, хорошее масло. Когда-нибудь оно закончится. 116 рублей стоило в аптеке. Так, у меня будет новый гель для душа, и они оба будут от подписчицы Лёли. Это у нас Avon Senses, драгоценное масло, алая роза и пачули, крем-гель для душа с органовым маслом. Вот такая, мне кажется, это новинка. Ну, по крайней мере, я такие еще не видела. Это Лёля мне прислала летом посылку. Кому интересно, гляньте. Там, наверное, плейлист «Подарки от верующих» или что-то в этом роде. Или дары, «Подарки от людей и дары верующих», как-то так. Ну и вот там как раз вот этот гелик будет. И следующий тоже, кстати, который будет в уходе в этом обзоре. 250 мл. Мне вообще нравятся гели Senses кремовые. Раньше я их не понимала. Раньше очень давно мне нравились. Потом что-то меня от них отвернуло. Это лет 15 назад, наверное, было, или 10, уж не знаю сколько. Потом мне снова стали нравиться. У них консистенция как-то изменилась. Они на губку нормально выкладываются. Хорошую пену дают. Вообще супер. Ну, мне кажется, что это бюджетно довольно, ну, там, в сравнении с другими какими гелями. Хотя сейчас в магазинах ховер дофига всякой косметики, и можно даже не заказывать никакой Avon, можно зайти в магазин и купить какой-нибудь гель. В любой совершенно магазин, мне кажется, ну, в котором это не только еда продается. Так, это Avon Encanto. Розовый букет и кашемир, гель для душа с нотами янтаря, увлажняющий, 200 мл, без понятия, какие ноты у янтаря. Хотя у меня есть гель любимый, который еще в запасах стоит от Лёлечки, тоже, кстати, этот «Любовь Парижа», там тоже ноты янтаря указаны. Но там аромат похож на мой любимый, снятый уже в парфюм от Ифраше Ирис Нуар. В общем, у меня был, кажется, голубой флакончик такой, когда я еще была представителем Avon, 100 лет назад это было. Меня там забанили. Хотя я еще даже не прошла тот рубеж забанивания. Потом написали мне, типа, того, что давайте вы снова зарегитесь, а я так обиделась на них, думаю, пошли в одно место. И они, видимо, пошли. Короче говоря, вот этот я не пробовала, такой красный, я помню, что, ну, розовый. Тогда был голубой и розовый. Голубой я заказывала, мне потерла страничку, мне понравилось. А розовый вроде тогда еще не терся страничкой. В общем, вот у меня тоже на октябрь переходит, не знаю. Я, наверное, это сначала буду пользовать, посмотрю, а может, чередовать их буду, ну и... Хватит мне на месяц, может быть, останутся кто-то из них на следующий месяц. Крем, который я иногда пользую, он будет вечным. Это Green Mama, ночной крем для лица, чистая кожа, пион и чага. Вообще, он мне раньше очень нравился, у него была немножко иная консистенция, но сейчас, в принципе, он тоже хороший. Очень экономичный, раньше мне его хватало на целый год. Я думаю, в этом году мне его тоже хватит на целый год, потому что про него вспоминаю вообще крайне редко. Так... Green Nova, витаминная косметика, маска-пленка для проблемной кожи, ромашка, подорожник с витаминами ПП, КЦ, 75 мл, это было мне в подарок за заказ, я не помню, делала заказ по подарочному сертификату, вот этот крем был, по-моему, по подарочному сертификату от подписчицы, ник не помню, честно, простите. У меня эта смс-ка была на телефоне, я сейчас только поняла, который умер на этом телефоне. У меня много чего не перешло с того телефона, ибо на этом телефоне аккаунта в Гугле, а не сделать так, как, ну, как бы именно то, чтобы с Google Play все скачать. Короче, срок годности у нее до ноября этого самого года, до ноября мне надо ее будет укокошить. Она классная. Я ей несколько раз пользовалась. Перед деревней хотела запользоваться, когда вот уезжала на 9 дней и забыла, как-то некогда было. Но я постараюсь, может, сегодня ей попользоваться, может, завтра. Ну, короче, постараюсь ее в октябре более часто пользовать. Вообще, она довольно экономичная, ее можно использовать 1-2 раза в неделю. Единственный минус у меня эти маски-пленки, я не могу ее снять за одно движение. У меня она снимается за несколько движений. В общем, вот. Так вот, она была бонусом от самой Green Mama в подарок за заказ. Вот этот последний заказ я в Green Mama делала, и вот как раз, я не помню, когда я его делала, но это последний из последнего заказа. Green Mama крем для ног, 24 часа уход, мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите, фуд-крем,
ноль парабенов красителем минерального масла. Это новинка от Green Mama, у них в таком же флакончике еще есть крем для рук, но когда я делала заказ, крем для рук был вне доступа. В принципе, у меня на тот момент еще был крем для рук, и сейчас, в принципе, еще есть. И Green Mama Skinny полный тот, который будет в этом... На уход октября. Очень, слушайте, классный экономичный крем. Действительно увлажняет. И он как бы три пшика, пшика вот такого, на ногу. И три пшика на другую ногу. И всего хватает. Тут у нас 200 мл. Он, ну, надолго его хватит. Удобный флакончик. Так, вот этот крем у меня был на уход в деревне. Но так как из деревни я все свое барахло забрала... Хотя мне там человек на мозги накапал, и я вдохновилась сначала поехать, а потом поняла, что как бы уже, ну, мы все уже вещи убрали из деревни, в деревне, там надо будет все заново, всю эту постель доставать и так далее. Как бы это не проблема, но сейчас как-то прохладненько, и у меня тут куча всяких дел внезапно собралось и накопилось и навалилось. Короче, я забрала из деревни, он у меня был в деревне, это как уход, и был отдельный ролик ухода на деревню, если интересно, гляньте, он, наверное, в каком-нибудь плейлисте, там косметика или что-то в этом роде. Косметика и одежда, возможно, плейлист называется. Крем для рук и тела регенерирующий. Следуй за мечтой, мышка. Крем для рук и тела регенерирующий. Серия символ года. Это подарок на, кажется, Новый год. Мне посылку посылала Лёлечка. Или в начале этого года, или в конце этого года. Честно, не помню. По-моему, в начале этого года была, в общем, новогодняя такая посылка от Лёли. Большая. И вот этот крем был там. А может быть, в конце. Не помню, короче говоря, но... Был, в общем, где-то на рубеже Нового года этого. Очень хороший крем. Тут 150 мл, он экономичный. Я решила, что можно пока его сначала заюзать. Как крем для рук, потому что у меня лосьон для тела все еще жив. И всю идею я им буквально после душа попользовалась, потому что поняла, что как-то местами кожа требует. Avon Care, тонус с ароматом банана. Лосьон для тела для всех типов кожи, 400 мл. Это тоже подарок от подписчицы Лёли, из какой-то ее посылки. Очень классный. Мне нравятся Avon Care, вот эти лосьончики. У меня какой-то лосьончик был, помню, с жасмином. Я его еще покупала, когда была представителем. Он у меня очень долго жил, его надолго хватало. В общем, вот, у меня еще есть большущая бадья, 750 мл, подарок на Новый год от моей, скажем так, подруга моей мамы. Мы с ней дружим. С ее дочкой тоже дружим. И она мне задарила, по-моему, в прошлом еще году под Новый год. И он у меня еще не открыт, он еще стоит в запасах. Ну, года два-то он тоже точно простоит. Надо будет после этого заниматься тем. Короче, в общем, лосьон, он будет вечный. Надеюсь, что нет. И когда-нибудь тут будет в пустых баночках. Молочко, которое тоже вечное. Молочко для снятия макияжа, масло зародышей, пшеницы и ромашка. 300 мл, Green Mama, формула тайги. Очень экономичное. У него давно прошел срок годности, но Green Mama дает его с запасом. Он не испортился никак, там эта консистенция не изменилась, цвет или еще что-то, или аромат, все то же самое, как и было. Но он никак не закончится. Я думала, что он мне закончится в августе. Я думала, что закончится в сентябре. Да нифига. Надеюсь, он закончится в октябре и будет уже в пустых баночках. Вот. В общем, классное очень молочко. На самом деле, я таких парочку покупала, когда давно еще до Ютуба, 2011 года, я с Green Mama знакома. И у меня оно шло в подарок, но никогда не получалось, чтобы оставить себе. Тут я специально заказала. Хрен знает, в каком году, оно все никак не закончится. И да, мыло. В общем, получилось так, что у меня в сентябре внезапно случился заказ на мыло ручной работы. Я занимаюсь мылом ручной работы и прочей домашней косметикой и всякими сборами трав. Если вдруг интересно, ссылка в инфобоксе на группу ВКонтакте. Называется «Травник и Ко». И проверена на себе «Травник и Ко». Она открытая, даже если у вас нет аккаунта ВКонтакте. Можете просто полистать, там что-нибудь для себя умное подобрать и самим своять. А если вдруг заинтересует, можете и заказать даже. Но 100% предоплата. Короче, девочка из Германии заказала внезапно мыло. Вообще, она мне писала еще год назад, но что-то у нас тогда не срослось с оплатой. Я внезапно поставила еще на тот телефон PayPal. На этот телефон не ставится. Но благо, у меня аккаунт, там можно зайти даже с компьютера. И, короче, у меня случилась подработка. И то, что там... определенные формы нужно было мыло, и какие-то куски я просто забраковала, что-то срезала, вот то, что тут у меня срезалось и забраковалось, оно вот здесь вот лежит, и я думаю, это запользовать, потому что как бы это мыло. Ну, не выкидывать же его, я сама его ваяла, тут и мед, и козье молоко, и чего только нету. И оно у меня будет на октябрь.
Если его вдруг будет мало, ну, чего-нибудь добавлю. Ну, может быть, его вполне и хватит. Так, и последнее у нас это бальзам для волос Генера, бальзама Элемина Ноди с цветами хлопка и маслом персика для всех типов волос. Хороший экономичный бальзам. Я что-то думала, что он нифига не экономичный изначально мне показалось, но на деле оказался очень экономичным. Тут вот еще 2/3 только осталось, хотя им сегодня тоже пользовалась. Я сейчас пользуюсь бальзамом для волос, но иногда у меня бывает, что масками как бы пользуюсь. Бывает, чтобы сделать маску, да, вот давно не делала, что-то забыла вообще как-то про маски для волос. Хотя тут Хной пользовалась, полчаса держала в виде маски для волос. Она чуть-чуть схватила что-то где-то, но была хорошая погода, мне хотелось больше на воздух, чем... Когда я нанесла, короче, эту Хну, я поняла, что хочу на воздух, там солнышко, как сейчас, допустим. Сейчас я после ролика поеду в сад. И после записи роликов. Я подержала только полчаса. Волосы стали мягче, лучше и тому подобное. А этим я использую бальзам после шампуня. У меня был такой период, что волосы стали спутываться. Какой-то период был, что они были очень сухими или еще что-то в этом роде. Сейчас они по большей части местами спутываются все равно. И я вот использую бальзам после мытья волос и хорошо расчесываются. Вот. Покупала в каком-то обычном магазине. У нас этот магазин называется «Нужные вещи». Что-то около 100 рублей. Тут у нас 500 миллилитров. 12 месяцев после вскрытия сделано в Италии. В общем, вот такой у меня обзор ухода на октябрь. Всем спасибо за просмотр. Пока!